Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу сделать новый ритуал, который называется «Отеки ног, отечность ног, отечность суставов». Все, что связано с ногами, вы просите меня сделать такой ритуал, потому что такая проблема есть у многих. Отечные ноги, болят ноги или воспаленные суставы, отекают ноги. Но отекать многие могут быть по разным причинам, и почки, и сердце, и лишний вес, и много жидкости в организме, и другие проблемы по здоровью. Сегодня я хочу сделать такой ритуал, просто вы будете смотреть все мои ритуалы. Как обычно, вы просто смотрите, я работаю, вы просто присутствуете, но проблемы по здоровью у вас разные, поэтому аккуратно обращайте внимание, что с вами происходит в ритуалах, потому что если у вас есть большие проблемы по здоровью, конечно, один этот ритуал вам не поможет, вам станет легче, но вы не полностью вылечитесь, потому что у вас могут быть проблемы с ногами уже там очень много лет, и десятилетий, и 20 лет, 30 лет, 10 лет, у всех по-разному, поэтому я вам просто помогаю, вы смотрите и помогаете себе, потому что, я всегда говорю, ваше личное присутствие и ваша личная работа над собой помогает вам решить ваши проблемы. Я вам только помогаю со стороны. А вся ответственность лежит на вас, за вашу жизнь. Что вы предпринимаете? Как вы себя ведете? О чем думаете? Образ жизни? Подвижность в жизни? Магичит кто-то из вас, кто-то уже пробежался по бабкам, по гадалкам, что-то уже делали, потому что у меня эзотерический магический канал, поэтому у вас очень часто это уже следствие. Кто-то из вас уже что-то сам пробовал, делал, кому-то уже навредили магическим путем, закрыли дороги, и ноги тоже будут отекать и болеть. Поэтому один ритуал или один заговор вам не решит проблему. Все мои ритуалы нужно смотреть в комплексе и работать над собой. Все, что вы можете сделать, начать что-то делать. Кто сидел неподвижно много лет или какой-то период, или остановился, потому что навалились проблемы. Ну, я вам помогаю, пожалуйста, пользуйтесь. Высшие силы вам помогают через меня. Я всегда предупреждаю, если у вас гипертония или у вас есть перепады давления или резко повышается давление, аккуратно смотрите мои ритуалы, потому что в моих ритуалах работает энергия, может быть прилив тепла, жара к лицу, это энергия, вам может быть жарко или у вас начнет подниматься давление. Не у всех и не во всех ритуалах, поэтому аккуратно. Кто гипертоники, аккуратно осмотрите все мои ритуалы. Если у вас есть такие симптомы, значит, просто приостановите ритуал, досмотрите в следующий раз. Я помогаю пострадавшим, я вам постоянно об этом говорю. Я благодарна за все вам, за то, что вы мне доверяете, за то, что вы мне присылаете донаты на развитие канала и благодарности мне как мастеру за мою работу. Благодарю вас всех за все. Мне можно писать только смс на WhatsApp и на Viber, если вы хотите проконсультироваться у меня или почиститься у меня. Потому что всего вчера в 11:30 ночи мне опять звонили. Я не понимаю, почему я имею право отдохнуть, да? Почему мне звонят? Я всегда говорю, пишите смс, поэтому не звоните мне, пожалуйста, друзья. Я отвечаю всем в WhatsApp, Viber и в Telegram. Пишите смс, я рада вам помочь. Сейчас энергия уже идет, даже когда я разговариваю. Не волнуйтесь, не переживайте. Кого раздражает мой голос? Выключите звук, потому что всегда есть паршивая овца, которая пишет, что мой голос
кого-то раздражает. Это не ко всем, друзья, только к тем относится, кто мне пишет периодически в комментариях какие-то фразы непонятные, которые или люди не разобрались, или еще по каким-то причинам некоторые люди раздражаются от моего голоса. Поэтому, чтобы вы не раздражались, пожалуйста, выключайте мой голос. Звук выключайте. Ритуалы работают даже без звука моей. Работает энергия. Я всегда вам об этом говорю, объясняю. Но всегда есть кто-то новенький, кто не досмотрел мои ритуалы. По поводу откупов постоянно пишите. Я периодически рассказываю, как делать откупы. Я рекомендую делать откупы. Откупы могут быть разные, но один и тот же вопрос задает всегда кто-то. Объясните в комментариях, как делать откупы. Друзья, посмотрите просто больше моих ритуалов, и вы найдете тот ритуал, в котором я говорю, как делать откупы. Так, ноги сейчас у нас работают уже в работе, потому что каждый человек – это единая энергосистема. Я вам только помогаю. Застойные движения, застойные явления в ногах, в пояснично-крестцовом отделе очень влияют на ноги, воспалительные суставы, воспаленные воспалительные процессы в суставах, сосуды, закупорка сосудов, разные холестериновые бляшки, повышенная кислотность, повышенная агрессивная среда в вашем организме, в том числе приводит к отекам ног. Тяжелые ноги у кого-то такие прям опухшие, отечные. Жидкости кто-то много пьет. Солененькое, кисленькое. Поели, запили водичкой. И еще тянет водичку попить. Тоже есть кто-то. Так делает. Так, я сейчас с вами работаю. Лишний вес давит на ноги. Вы скажете, я всегда об этом говорю. Конечно, это тяжесть для ваших суставов, тазобедренных, для поясницы, для позвоночника. Потому что под весом, под тяжестью вашего тела спрессовываются позвонки. И суставы очень нагружены. Суставы ног очень нагружены. Тяжесть ножки ваши, коленки ваши носят вас. Вы же ходите, двигаетесь, да? Эта вся тяжесть идет на ноги, на стопы, плоскостопие. Очень распространенное явление. Ну, у кого-то болит голова прямо сейчас. Я работаю. Сердце. Проблемы с сердцем, проблемы с почками, проблемы во всем вашем организме. Отек ног, отечные ноги тяжелые. Это следствие перекос позвоночника. У кого-то перекос идет. Тоже влияет на ноги.
Кроме того, что вы смотрите мои ритуалы, пожалуйста, делайте физические упражнения, потому что вы будете разгонять в организме лишнюю жидкость. Жидкость будет выходить, лимфа будет двигаться, обмен веществ будет ускоряться во время физических упражнений. Насколько вы способны, насколько вы можете в вашем темпе, делайте физические упражнения. Кто-то ходит, кто-то бегает трусцой, кто-то делает упражнения на ковре дома. Все это работает и вам помогает. Это все вспомогательные средства. Но движение – это жизнь. Вы же понимаете, ваши суставы, ваши ноги нужно нагружать, поднимать вверх, чтобы отеки... Поднимать вверх, забрасывать на стенку стопами. Пожалуйста, можете полежать. Кто не может делать упражнения, подняли стопы, забросили на стенку. И просто лежите на полу или на коврике, чтобы стопы были выше. Но это не физическое упражнение. Физические упражнения делать обязательно, пожалуйста, друзья. Я рекомендую. Вы же хотите себе помочь, да? Поэтому я вам рекомендую. Разгружайте ваши стопы. Просто лежите на спине. Крутите велосипед типа физического упражнения или просто машите ногами, или что можете, что возможно, делайте. Кто посильнее, делайте упражнения в хорошем таком темпе. Кто послабее, делайте послабее, медленнее. Так, сейчас уже у меня голос меняется, энергетика в ритуале меняется, да? Вы, наверное, уже чувствуете, потому что очень многие из вас чувствительные или эзотерики, или люди, практикующие какие-то практики, или что-то магией интересуетесь, и у вас чувствительность повышается в каждом моем ритуале. Или приходит осознание, или приходит ваши функции в организме, усиливаются зрение, интуиция, слух, даже мне писали. Улучшается, да, все функции активируются в вашем организме, и поэтому я работаю энергиями, я вам просто даю такой импульс, завожу вас как часики. Все в мире есть энергия, вы это знаете, я уже вам об этом говорила. Но каждый день, вы же понимаете, нужно утром встали, почистили зубы. Это то же самое, все мои ритуалы, потому что все мои ритуалы снимают вот эту грязь негативную, энергетическую, которую вы получили, или кто-то заслал вам, прислал магическим путем, или вы что-то посмотрели, телевизора там были, или в интернете там были какие-то негативные ролики, или с кем-то поругались, это все негатив, негативная энергетика. Все остальное следствие. Очень много проблем от нервных наших состояний. И состояние головы, и нервной системы, и головы, потому что в голове наш компьютер находится. Вы спите, а ваш мозг думает, работает даже ночью, когда вы должны спать, а ваш мозг работает, он не отдыхает. Поэтому есть разные расслабляющие упражнения, или в моих ритуалах вы просто сбрасываете грязную энергетику, которая полностью блокирует вас, ваши функции, вашу голову, ваши функции движения в организме, потому что в голове находятся точки, которые отвечают за разные функции вашего организма, в том числе ноги. Поэтому у кого плохо с ногами, я всегда говорю, начинайте с чистки головы, потому что вы спрашиваете в комментариях, с какой чистки лучше начать смотреть мои ритуалы на канале. С головы, конечно, друзья, чистка ментала, головы, чакры, которые в голове, конечно же, с головы. Голову чистить нужно периодически.
и каждый день смотреть мои ритуалы. Сейчас движется энергия в ногах. Я смотрю, ноги могут, вы можете посмотреть на свои ноги, они становятся меньше. Отеки как будто бы становятся меньше. Даже ощущение, что ваши ноги становятся компактные. Я еще работаю, я еще ритуал не заканчиваю, я работаю. Как ощущение? Можете чувствовать движение в ногах, в стопах. И во всем теле вы можете чувствовать. Даже во всем теле, потому что ноги – это часть нашего тела, вы это знаете. Поэтому все, что происходит в ногах, отражается на нашем организме в целом. И наоборот, все, что в организме, отражается на наших ногах. Сказывается на наших движениях или неподвижность, или плохая подвижность, или утомляемость, усталость. У кого-то теплые, горячие стопы, даже вы мне писали, стопы холодные, больные, а вы мне писали, что в моих ритуалах горячие стопы. Да, я работаю с энергиями, поэтому энергия заставляет вам, ваши ноги быть теплыми или горячими, потому что движется энергия, и вы чувствуете тепло. У кого-то из поясницы, в пояснице проблема, это идет на стопы, воспалительные процессы, смещены позвонки в пояснично-крестцовом отделе и выше, это все дает на ноги, и в позвоночнике тоже проблемы, поэтому дает на ноги.
кто-то лежит, а кто-то после операции с ногами связана операция. Так, ну я смотрю, сейчас циркуляция энергии в ногах хорошая. У кого-то голени отечные, но сейчас это уже улучшилось состояние, вам легче, ноги стали легкие даже. Ощущение, как будто бы ноги легкие. Смотрите этот ритуал много раз. Кому сколько нужно раз, я не знаю. К Луне мы не привязываемся. Постоянно задаете вопрос. Я никогда о Луне вообще ничего не говорю. К Луне все мои ритуалы не привязаны. Энергиями можно работать каждый день. Причем тут Луна, друзья. Задаете периодически этот вопрос. Ни к Луне мы не привязаны. Чиститься можно всегда. Энергиями работать можно всегда. Пожалуйста, каждый день смотрите, чиститесь, получайте положительные результаты в моих ритуалах. Работают исцеляющие жизненные силы, исцеляющие, оздоравливающие энергии. Высшие силы вам дают помощь через меня. Я благодарю вас всех за все. Жду вас. У меня еще много интересного, много интересных ритуалов. До встречи, друзья!